Безусловно, есть очень серьезные пересечения между многими серьезными теоретиками, философами немецкими. Это и Юнгер, это и Никиш, это и Шмидт, и, в принципе, и марксисты, и тем, что реально происходило в Беларуси. Потому что у нас вот эта третья фигура рабочий с национальной спецификой в рамках советского проекта получил государственность. И не просто получил, а совершил этот рывок в рамках плановой экономики. А затем во время войны в рамках партизанства, как вот тоже метафизической фигуры, о которой писал Шмидт, получила победу, получила второе рождение, и сегодня мы этот импульс до сих пор в себе несем. И символически, и культурно, и институционально. Вот самое смешное, что, казалось бы, немцы, да, иногда даже вот правые, в каком-то смысле противники наши, но они описали то, что мы сделали. Государство рабочих, партизан, подвиг, свершение, и по итогу имеем суверенную свою страну, которая, на мой взгляд, как раз и может называться вот что-то типа восточнославянской Пруссии. К,